12-го от Буска родила. Где они тут? А сегодня 22-го. Сегодня 22 августа. Еще совершенно слепые, глаза не открываются. Вот они где. Надежда Васильевна спасла их. Уже большие довольно. О. Ну-ка. Еще. Вот она. Полезла в коробку, а я их тут оставил. Будет она их носить или нет? Хорошая мать. Как пузырьки такие. И хвостики такие. И найдут все, и пососут. Выходит 10 дней им. Глаза еще не открыты. Она не знает, что делать с ним. Не может тащить, а? Давай-ка. Опа! Смотри-ка, вот так. Все, корми. Хорошая мать, любящая. Утро раннее, это у нас сегодня 6 сентября. 2018 года. Показать, как растут котята. Уже глазки открылись. Вот я их сейчас вытащу отсюда, покажу, как они уже ходили. Вчера выпускал. Вот он где. Так. Ну-ка давай, рыжий. А вот это пузанчики такие, а. Ну, пойду сейчас Мать-то ночью где-то мышей ловит на улице. Сейчас я постараюсь его запустить. Буся! О! Сейчас, подожди. Ну? Твои? Давай, давай, давай. Обиходи их. Очень хорошая мать оказалась. Такая любящая.
коробку посмотрел, а там их нету. Она там с ними лежит, коробочка такая длинная, хорошая. Это интересно сегодня. Я гляжу, они друг у друга вылизывают. Они еще ничего не ели, она их все. Нигде ничего нет. Ну, бывает там где-то маленько подмочится. Есть охота, а есть нету. Я пойду к Володе, там он приготовит. Бывает с мясом, с рыбой все время. Хвост длинный, как у матери рыжки. Вот кто ее учил так? Она сама первый раз окатилась, ищет сосок. Не знает, где он. На запах молока. Вылежит все. Никаких памперсов не надо. Ни мыла, ни порошка. И они чистенькие такие, гладенькие. Она все вылизывает и не заражается. Никакой гигиены не надо. А кошка вообще чистюлька. Все время лижется. А он, тот тоже бусы. Она буска, а тот бусой будет, наверное, если он котик. А может такая, так, ну как-нибудь еще серенькие ушки и упираются, друг друга отталкивают. Этот побольше маленько ростом пузанчик. Вот они как. Надо посмотреть, какого они родились. Я потом скажу, высчитать можно будет. Вот она мои рубашки зачистила. Сейчас трусики начнет им выстирывать. И даже они нигде не отправляются до тех пор, пока они ничего не едят. Видишь, прицепились двое, два соска. Глаза зажмурила, тоже спать охота. Очень ловливая, бойкая, быстро бегает. А это бежит, когда паля мохнатая вся, как пушок, катится. Сейчас попробую ее сюда завести. Ну, а сейчас я начну звать, это сразу выскочит. Нет, тогда не буду. Она их бросит. Паля, 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 иди сюда. Куда? Куда выскочила? Иди к котятам, иди, иди. Иди, 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 иди. Паля, Паля, иди скорее. О! Ой, Паля зашла. Ой. Ну иди, Паля, никто тебя не тронет. Иди, иди. Пушистик. Паля, иди сюда, иди скорее. Иди скорее. Да головка у нее маленькая. Ой, а там обижает ее. Бьет. Но у нее котята. Вчера завел сюда шарика показать. А того... Кошка-то как она отбросилась на шарика, да как фыркнула, шарик назад, все, больше не подходит. Вот надо почистить коготки, вот так. Это уже вот куда вышел, на середину. Это вот еще там лежит, сидит. О, Паля. Мохнашка бежит, так смешно, она когда бежит, тихо бежит. Задние ноги подбрасывает, и как пушок катится. Ну все, пока я сегодня. Ты что ко мне лезешь, а? Ой, да какая буска, буска, буска. Да глаза зажмурит, любит, чтобы подбородком погладили. Щечки у ней тут поднатирали, ой. Давайте, мышатницы обе уходят далеко, где-то здесь, в огород, в степь. Все на этом. Так, пришла.
Покормил я ее, Бусту, легла. Коробка маловатая. Теперь будет они спать наружу, видимо. Видишь, приходится ей... Нет, тут еще место свободное есть в коробке. Вот они присосались, друг друга отталкивают. Никак их еще не назвали. Это Надежда Васильевна себе и кому-то. У меня и так 3 кошки. Витиного кота хочу еще поймать, увезти, потому что она зимой замерзнет. Будет 4. Да, эти 2. Надежда Васильевна кормит минимум 5. Пошли голуби. Туда надо кошек, чтобы... Все, пока. Присосались, даже трогать неохота. Сейчас я крикну ее, может быть, она выйдет. Они уже наелись. Буска, пойдешь на улицу? Пойдешь? А? Буска на голос откликается. Так, я пошел на улицу. Ну-ка. Ну-ка, давай сюда. Сейчас брякну крючком. Ну, пойдешь на улицу? Буска, пойдем. А то я уйду, ты останешься одна. Пойдем, что тут спать с ними? Пошли. Ну-ка. Ну-ка, иди скорее. Не идет. Ну, все на этом, пусть остается. Это маленькие ее, у Буски, котята. А там мать пришла, бабка, посмотреть, какие они есть. Ой, какие кошки там. А там Паля пришла, тетка. Тетка родная. А это и бабушка, рыжая. Ну, вот он в бабушку весь. Еще толком мы не знаем, он или она. О, Буска как... Шарик сунулся сюда, как обычно-то, а она здесь как на него фыркнула. А эти сгорбатились сразу от фыркания. У них срабатывает инстинкт боязни. Напугать надо кого-то. Вот она как. Но... Ходит. Ну, Паля, иди, познакомься ближе. Иди, иди, Паля. Вот они где. А бабушка-то где у них-то, а? Куда она делась? О! Вот он ползет. Ползет. Ой, ну, да хорошенький такой. Вон какой уже, глазки у него с неделю открылись. Этот подбирается, беляк тоже, да хвостик серенький. Но приучаем, чтобы не дикари были, к людям привыкли. Ну и хорошенькие такие. Рыжая, где она рыжая? Это бабушка-то, что испугалась? А мать сидит, согнулась, наблюдает. Это Буска. Первый раз. И все знает, как ухаживать, как стирать. И все языком. Ага. Вон он где пошел. Вот он где пошел. Ну-ка, давай хоть раз посмотрим, кто ты такой. Белая. Похоже, девчонка. Она самка белая. А рыжий кто? Размером чуть побольше. Это вполне может быть и кот. Ну-ка. Толком не определишь. Может быть и кот. А там может быть кошечка. Ох, они какие. Паля, что ты там сидишь-то? Ни под каким видом не хочет водиться.
Тоже вроде замуж выходила, а ничего нету. Это угол. Из-за шторки познавание мира идет. К пале беленький подошел. Паля, видно, тоже беременная, что-то такая толстая стала. Да ночь. Запустил с улицы ее. Я про палю говорю. А на улице холодновато. А этот здесь рядом. Блин, его. Вверху. Угу. А там другой один сидит. А что ты там сидишь, а? Ну-ка, рыженький, давай-ка вылезь. Вот так. Вот он какой. Рыженький, маленький котеночек. Он еще не знает, что это другая, это есть кошка. Они не видели ее никогда. Ага. Куда прячется. Маленькие, совсем махонькие. Ну-ка, давай сюда. Опа! Давай сюда. Вот так. Ах, они какие. А Паля вот она сидит, а тот бегает. Его повело как, что он как взрослый бывает сгорбатится, и это тоже едва ходит. Еще есть не даю, они пузатенькие, мать хорошо питается. То лапша молочная. Манка, эта мать питается, и она их зализывает, пока с ними никакой нет беды. А, ну, вот так смотрит Паля. Вот они. Ну-ка, куда, 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 куда? Куда, куда? Вот он какой. Вот он какой. Малыш, в сравнении с рукой-то видать, какой он. Какой? Да никакой. С хвостиком. Ну, беленький, иди сюда, иди. Сейчас попробую.
запустить. Буска, буска там. Буска, буска, буска. Буска, буска, буска. Вот. И буска не зашла, и это ушла, Фаля. Ну и все на том, ладно. Совсем маленькие, ничего не понимают. Вот они. Сегодня вот эта ночь, 12 сентября. Маленькие мушки появились, и Паля сидит, ловит их. Откуда они взялись? Там за шторками были, она долго с ними. Я взял шторку, убрал, они сразу улетели. Она теперь не может понять, где они. Очень внимательно ночью ложусь спать, а она... Карауля, тут где мышка пробежит? Нету ни одной мышки. Сейчас понесу ее на чердак, около голубятни. Там пшеница, семечки, мыши хозяйничают. Голубей я отправил, которые были здесь с Володей. Спрашивают сегодня, когда можно спускать? Наступила на эту клавиатуру, запикала. Это у меня свет дополнительный. Когда включаю, ну... Буска у Володи, а рыжая в Надежде Васильевне дом туда поместили. Отвезли. А эту я не отдаю никуда, со мной поедет. Удивительное животное. Маленько осталось, это у нее голова не прямо смотрит, а держится на правый бочок у нее. Видимо, причина сейчас уже почти выявлена. Третий этаж высоко, она высоты не понимала. И оттуда прыгнула, и головой об пол ударилась. Ноги не выдержали, маленькая была. И очень бойкая, и разыграется с матерью, бежит, и на повороте не успеет затормозить, и опять головой ударится. И, видимо, у ней там в голове какая-то... Пошла опять, увидела мушку. Маленькая-маленькая котеночек было, привезли. Вот за зиму. И уже 7 месяцев было, и уже все заневестилось, надо кота. Но мы не отпускаем котов никаких. Это наша красавица. Пусть пока возраст войдет, совершеннолетие. Помню, у нас там на второй строительной жили. Надежда сильно все тут порядок наводит. И утром встала, а на полу она видит, а я печатаю, когда и бывает что-то, бумажка оторвется, копирка черная. Ну, она эту копирку-то взяла в руки, которые клочки, крапирки, копирки-то лежат-то. Ну, и вроде бросила. А потом дальше пошла еще копирку вот увидела. А потом посмотрела, что же копирка какая-то толстоватая. Так глянула, я слышу, такой виск раздался, крик, я сижу, обернулся, в чем дело? Она руками машет, вся перемочилась, аж приплясывая стоит. Да то ли обожглась где.
Оказывается, эта кошка ловила мышей ночью-то и поела их, а уши оставила. И Надежда Васильевна за уши-то бралась, а положила голыми руками-то. Так она вздрагивала, сколько вспомнит, и аж дрожь пробьет. Я поневоле вспоминаю про отверженного Виктора Гюго. У него сестра была, и она как-то садилась в кабриолет, там тогдашняя карета. Ну и платье-то мешает, она приподняла щиколотку, видно было. Она обернулась и увидела, там корнет стоит какой-то, или гусар. Она вся вздрогнула, и до самой смерти, а замуж не вышла она. Она, видимо, была как монахиня. И как только вспомнит, уже спустя полвека, что корнет какой-то там это видел, щиколотку голую у ней, так ее дрожь пробивала. Вот сравните с тем, что сегодня есть. Как она выступает, там катается на коньках. Это кто спорт-то придумывает? Спортом и модами развратим весь мир. Это прямо по сионским протоколам. Специально люди этим занимаются. В основном гомосексуалисты, садомиты. И вот она выступает, любая, которая на льду. Вот сейчас Олимпийские игры-то. У нее ничего нету. Дальше стоит как веером, платьишко. А там трусишки, все у нее видать. Они все время видать. Не то, что во время, когда кружится, бывает, поднимает подол. Ну и сравни с тем, какой народ был. О, ищет это карандаш. Вчера съела один карандаш у меня. Раздавила. Вот он весь какой карандаш-то изжеванный. Это вот она. Ну, вчера начал. И кое-как половина карандаша осталась. Вот оно все. Еще и так нравится. Поля, шла бы ты отсюда. А, давай. Вот у тебя что-то тут. Смотри, какая. Ну, кисточка-то висит. Ее надо убрать. Что-то она длинная. Растеребить. Ласковая такая. Коготки не выпускает, играет. Все, Паля, уходи давай. Паля. Ну-ка, пойдем. Ты что-то сегодня не завтракала у меня, а? Сейчас я тебя наверх повезу. Давай, сейчас. Здесь я тебе приготовил с рыбой. Смотри, с простоквашей. Ешь. Такая модница. Володя так ее приучил, она модничает. У меня еще картошка с этими, с рожками. Ну, туда мойву накрошил, вареный такой, сырой. И простоквашей размазал. Вот так. У нас сегодня 11 мая 2018 года.
Вылизывает. И пока котят не кормишь ничем, только молоком матери питается, она их вылизывает. Не надо заботиться, куда им ходить. Это Буска. Два котенка ей оставили. Любящая мать. Счастюля, кошка. Сегодня 15 сентября. Она ушла. Ой. Что она бросила вас, а? Что ты бросила? Давай, корми. Залезывает. Это котик рыжий. Это кошечка, она поменьше. Ведро. Тут у меня гальяны, и надо на бок положить. Вот они. Паля сразу залезла. Ведро с рыбой. Буска не знает, как взять ее. Не хочет рыбы. А это одну за другой таскает. Дело так не пойдет. А что ты не берешь? Бери, вот она. Вот Буска тоже берет рыбку. Ну бери, бери, бери. А то я выйду сейчас на кухню. Ну, это уже сколько ты рыбок взяла, а ты ни одной. Ну, бери, не смелая такая. Все, вытащила. Ну, вот теперь и хватит вам. Вот тебе еще одну. На. Вот еще одну. Вот еще одну. Вот еще, вот еще. Вот еще, давайте. О. Подружки. Как они там, у них котятки. Где они? А где они там? Не видать их. Спрятались.
Я думал, они вылезут.